по источникам, первоисточникам, наш аул основан в 1870 году. Это приурочили ко дню рождения Владимира Ильича Ленина, и как-то вот так получилось. Первым основателем аула является Каракул Хатуев. Он первый оттуда приехал, Карчурта, и тут первый его, так сказать, шалаш или дом. Он вот это основатель, Хатуев Каракул. Ну, история нашего аула отличается от других аулов тем, что наш аул, исторический аул, вышли известные люди. С нашего аула по сегодняшний день 7 заслуженных работников России, понимаете? Заслуженный лесовод России Булатов, заслуженный работник культуры Уртабаев Тухтар, заслуженный врач России Боташев Назар. Понимаете, много таких людей, которые сами уже государство их оценивает тут. Не то, что мы односельчане, мы ими гордимся. С нашего аула в годы войны ушло более 500 человек. Из них живых вернулось 50 человек максимум. Вот я могу так, яркие имена такие. Командир партизанского отряда в городе Бресте, Гаджаев Мурадин, был представлен звание Героя Советского Союза. Он в числе вот тех 17, которые не представлен, он житель нашего аула. Представляете? Много орденоносцев. Акбаев Ахмат Даватари, старший лейтенант. Чучаев Дагир Мусаевич. Джантутаев Шамиль, снайпер известный. В 43-м году по этому поводу, в 43-м году перед депортацией, вот тут в школе прошел большой митинг. А после этого, вот представьте себе, мать в президиуме, а народ... Сын в войне, а народ депортирует. Но в годы депортации, как и все народы нашей страны, у нас ушло 1500 более человек с этого аула туда. Погибло более 500 по дороге там. И там в депортации двое наших земляков были представлены в высшей награде Советского Союза. Представляете? Это вот последние данные, Гербекова Суфият Адилевна. Она кавалер ордена Ленина. Там, в депортации, в 54-м году удостоена. Потом Бедраев Аслан, старшим чабаном, тоже кавалер ордена Ленина. Это вообще не было такого еще. Я люблю аул, почему? Потому что все для меня близко. И вот деревья, эта дорога, этот монумент, эта школа, потому что я там учился. Вот эти выпасы, которые окружают, где я в молодости бегал, как и все мои ровесники. Из гнезда вылетело детство. До сих пор сдается мне, как оно несется в сумасшедшей вышине, ошалев от солнца. И гляжу я вслед с тоской моему орленку, и машу ему рукой, и кричу вдогонку: детство, детство, отзови. Наш аул, хотя маленький, но у нас более 120 учащихся в школе учатся. Ну, раньше было, конечно, немножко больше, но сейчас уже идет рост. В первых классах, в первых-вторых классах у нас уже более 15 детей сидят. Конечно, мы очень рады этому. Подушек облака, тучи для пеленок, отзовись издалека, горный мой орленок. Ходят волны по реке. Мені жаным, сын ты елім, сенден арю бір жер көрмедім. Түгерегін жашил чегет, анда өседі көп түрлі көгет. Мийік, арю қаяларын. Кирсиз инли адамларын, адепли, намыслы жашларын, субай саллы, айбат кызларым. Койп, кор болайым мен элиме, курман болайым элчилериме,
Aşğa Allah seni yolu nasip versin, min elçilerimi köbüklükle kelsin. Мой дорогой Абул, я тебя люблю. У тебя очень хорошие люди. Все вокруг. Я очень люблю все вокруг. Это моя родина. Наша окружает красота нашей природы. Нас окружают очень хорошие и доброжелательные люди, которых мы все любим. Я с детства пишу стихи, рассказываю их. Я обожаю учить родной язык, я с детства на нем разговариваю всегда. Не страшить его гроза, не пугают бури. Я работаю в данной школе более 35 лет. Я очень люблю эту школу, этот коллектив, который уже 35 лет мы привыкли к друг другу, стали друг для друга как родные. Время никуда от тебя не деться. Как, орлёк... как в любом ауле, школе это центральный центр воспитания молодежи, обучения молодежи. В нашем ауле была старая школа 37-го года. Работали в две смены учителя и дети, полночь. Ну, благодаря нашему новой главе Рашиду Борисовичу, вот что можно сказать. Вот с долгостроя она вот превратилась в такую красавицу. Старая стала детским садом, а новая, вот вы сами видите, вот односменная школа, где учатся наши дети. За это большое спасибо Рашиду Борисовичу. Розовели гребни гор, дали голубели. Был ему родной простор, место колыбели. Для подушек облака, тучи для пеленок. Отзовись издалека, горный мой. Эта библиотека существует с 48-го года, как я знаю. Когда карачаевцы переселились, здесь жили грузины. И библиотека была на грузинском языке. И после депортации карачаевцев, тут первым библиотекарем был Джаубаев Салих Исаевич. Он и полнин, и в Черкесске живет. По-моему, он полковник милиции. Потом работал Узденов. И после, вот как Узденова забрали в армию, я поступила в 71-м году и до сих пор работаю. Очень посещаемое было, да? Вы сами знаете, пока телевизор, пока интернет. Я даже на обед не могла уходить. Раньше здание находилось в клубе. И как вот дети со школы возвращались, прямо навалом было. А сейчас студенты и вот младшие классы. Ну, мы работу проводим здесь, школа рядом, клуб рядом, мероприятия. Мы вот по Шолохову провели музыкально-литературный вечер и 70-летие Победы провели. Трудиться. Без труда я жить не смогу. Меня просят, все разошлись, живут в городе. Дети ваши? Да, у меня 3 сына и 1 дочь. Но вот этот сын только рядом, наверное, он меня не хочет покидать. Живет рядом со мной, в доме живет он, как раньше жил, живет. А семья в городе. Уехали все в город. А я не хочу вот этот старый очаг бросать. По сегодняшний день я огородом занимаюсь. Сажаю картошку, там все, что надо, сажаю. С этим вожусь. Скот держим. Когда-то было тут все в цветах. Но теперь-то у меня силы нет, не хватает. Но все равно по привычке я и сейчас стараюсь, чтобы меня было чисто, чтобы где-то не было лишнего. Ну, а так, в молодости, конечно, горело все.
фельдшером работала в Нижней Тибердинске, фельдшерском акушерском пункте с 57 года. Я медучилище окончила в городе Самарканде в 1956 году. Выбрала потому, что любила работать медработницей. Факт тот, что в то время трудно, легко это понятие. Единственная скорая помощь в городе Карачаевском. И в ауле была одна машина «Победа». А так пешком все делали пешком. От Нижней Тиберды до Новой Тиберды я ночью ходила, роду принимала. В Узбекистане, Баяут номер 2, не в Киргизии. Во время депортации у меня дядя был раскулаченный в 1935 году. Мы переехали туда, жили там. Но сравнивать Узбекистан с Кавказом – это большая разница. Я люблю свое село и живу здесь, не хочу никуда. Памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Я хочу сказать, что действительно этот памятник является уникальным в Российской Федерации. Во-первых, год постройки – это 10 век, это более 1000 лет. И мы говорим о том, что этот храм является самым древним раннехристианским храмом на территории Российской Федерации. Храм, он является комплексом, и вместе с храмом там наибольшее внимание заслуживает и мавзолей X века. Буквально в этом году мы подготовили необходимые документы для проведения на объекте культурного наследия федерального значения ремонтно-реставрационных работ.